Treasure, Grow Brother, Freaking Uno, The Old. Нет, не может быть. Что он сказал? Что мы сделали роковую ошибку. Мы помогли не тем? Я... Дай угадаю. Ты с умным видом скажешь, что не надо было влезать? Довольно. Пойдем уже. Ты помнишь ответ? Да, да. Сын, прочти, сын, что написано. Ты говоришь со мной только если тебе что-то нужно. Тебе есть что сказать мне? Я говорю, ты обращаешься ко мне лишь когда я должен перевести что-то. Была бы тут мама? Была бы твоя мать жива, нас бы тут вообще не было. Трей. Забудь. Ладно.
Ну? Она была там? Кто? Нет, ее не было. Тебе-то, конечно, наплевать. А ну, прикуси язык! Пока путь не пройден, кто-то должен сохранять рассудок. Если я молчу, это не значит, что мне наплевать. Пусть каждый оплакивает ее по-своему. Прости меня. Я не хотел. Да, ты не хотел. Ты ведь меня не знаешь. Я понимаю, тебе тяжело. В свете мне показалось, что прошло совсем немного времени, если тебя это утешит. Я рад слышать, правда. Ну, мы идем обратно в Мидгард, к Черному Дыханию? Или тут еще дела остались? Это вы? У вас были дела? Ты наблюдателен. Я всегда очень внимателен. Бедный Фафнир. От амбиций до алчности всего один шаг. О, нужно отвлечься. Что-то еще? Дай подумать. Давайте начнем. Это великолепно. Снять попросить. Носите аккуратнее. Я хотел еще кое-что тебе сказать. За мной, Атрей. Сейчас вернусь. Отец, я должен признаться, эти голоса в голове, ну, это не впервые. Когда мы встретили Брока, его зверюга предупредила меня, что за деревьями кто-то прячется. Она так сказала? Я просто чувствовал то, что чувствовала она. Ее страх. Если повторится, скажешь мне. Ясно? Обещаю.
теперь? Свет у нас в Мидгард. Мы были в другом мире и видели твоего брата. То есть, наоборот. Ты позволил этому ублюдку прикоснуться к топору? Ты ведь знаешь, что он утратил весь свой талант. Вот так, бац, и как ничего не было. И меня чуть за собой не утянул. Ну что, он все испортил, да? Скорее наоборот. Ну, даже слепая свинья может иногда пернуть трюфелем. Но знаешь, что самое главное? Постоянство мастера, а уж этого у меня всегда было, хоть отбавляй. Что ты сделал? Так лучше. Ну, если ты уже насмотрелся, тогда у меня к тебе просьба. В чем дело, гном? Возле шахт Велунда работает один алхимик, Андвари. Я о нем не слыхал уже, не знаю, Зимсто, небось. Может, он умер, а может, вы его и найдете. Он тоже гном, как и я. Носит приметное кольцо с зеленым камнем. Он у меня в долгу. Поищите? Если это по пути. На, я все понял. Вы за даром и пальцем не пошевелите, да? Ладно. Если найдете Андвари, я заставлю его состряпать для вас кое-что. Вот этот камень приведет вас в шахты. Мне нужен этот алхимик, чтобы сделать кое-что для вас. Найти его в ваших интересах. Из какого мира явились-то? Дайте угадаю. Из Альфхейма. Как ты понял? Этот запах ни с чем не спутаешь. Я там раньше много времени проводил, но теперь мне туда хода нет. Из-за одного инцидента. Какого? Папаша не одобрит, если я расскажу тебе эту историю. Очень уж много в ней площадной брани, воровства и разврата. Чего? Я не виноват. Сам пришел весь такой пропахший эльфами, пробудил воспоминания. Да, и короче, к делу давай. У меня работы по горло, в отличие от некоторых. Брок. Ну, что еще надо? Почему у тебя половина клейма? Потому что я со своим никчемным братцем больше не работаю, ясно? Уступать ему клеймо я был не готов, он мне тоже. Вот и пришлось нам распилить клеймо ровно посередке. Это было последнее, о чем мы с ним договорились по-братски.
Чего тебе? Обнимашек? Отвали! Прости. Ты и часом не сталкивался с неопрятным мужиком твоего роста, который не чувствует боли и говорит как пьяный, хотя на самом деле просто тормоз? Не, ну а чего ты ожидал? Если б я хотел вести дела с асами, открылся б рядом с борделем. Или с бойцовой ямой. Или с бойцовым борделем. Он сказал асы? То есть боги? Нет. Настоятельно рекомендую смотреть в оба. По дорогам нынче рыскает двойная порция мертвяков и всякого недобитого сброда. Мы заметили. Не знаешь, откуда они все берутся? Может, сбежали из Хельхейма. Или Один опять что-то мутит. А может, заблудились, кто их знает. Спроси кого-нибудь из них сам, пока он тебе лицо отгрызать будет. Не так уж мне любопытно. Так и думал. Чего закажешь? Это чтоб кишки не выпустили. Если кто полезет, сразу им в зубы суй. Что-нибудь еще? Теперь от тебя не отхватит по кусочку. Это поможет в трудный момент. Можешь не осторожничать. Носи с гор. Носи достойно, засранец.
сынок? Решил чего? Ну что, хочешь получить от меня крупицу мудрости? Ну, заходите. Вот те отдых в тишине. Да, всегда рад. А теперь...
Теперь валите в жопу. Помнишь путь к черному дыханию? Конечно. Надо пройти по мосту к башне Ванахейма. А мы идем к черному дыханию или побродим? Решай.